Заглянуть в гости к сказке можно и в Автозаводском парке. Там появились снежные герои детских русских сказок. Все яркие, красочные, построенные воспитанниками детских садов. Масштабы поражают. Мне понравилось вот это ближайшее, где три хрюшечки. Интересно, конечно, не всегда так можно рядом с домом увидеть что-то. И ребенку вот интересно первый раз на Деда Мороза посмотреть. В том году все растаяло, сейчас вот мы хотим хотя бы ребенка показать, потому что она тут ходила, все, каждую фигурку рассматривала, все, и понравилось. А откуда вы? Мы с Англии. Вот, do you like here? О, красиво. Ой. Красиво. Ой, ой. Да, мне же нравится. У нас больше не ставят фигуры, у нас больше просто украшают елку, украшают дома. Говорят, что в одном городе только одного цвета будут фонарики, и только белые. То есть стильно, ну, может быть, немножечко скучновато. Нам больше всех понравился вот этот вот капитанчик, прям как настоящий. Даже вот как-то вот не знаешь, чему предпочтение отдать. Очень молодцы. Красиво, молодцы вообще. Все, этот кто садик, этим занимался, по-моему, занимались садики. Великолепно. Очень красиво. В этом году нами выбрана тема «Год театра». Поэтому каждая постройка – это та постановка, которая в Нижнем была. Ну вот данная постройка – это «Карабас-Барабас», которая выполнена все из снега. Красками мы не пользуемся. Салфетками все это украшено. То есть это все безопасно. Это все экологично. Это сказка «Летучий корабль», тоже где главные герои изображены. Эту постройку, по-моему, 2 или 3 детских сада делали одновременно, вместе. Здесь, кроме того, что использовались салфетки, да, вы видите, здесь еще и костюмы настоящие на них одеты. То есть все так реалистично. Вот, «Летучий корабль», «Щелкунчик». «Щелкунчик», сказки вообще. Великолепно. Вообще сказки, вообще вот мы любим наши сказки, жалеем. Не вот эти импортные, вот это все. А это вот прям идешь, действительно, с душой посмотришь. Такая работа кропотливая. Столько трудов положено, молодцы. Хочется приходить сюда и гулять. Вот так бы все время было в парке. Нижний Новгород красиво. С Новым годом!